Олимпиада искусств. В Астане стартовали 7-е международные дельфийские игры. Министр образования и науки Бакыджан Жумагулов, который присутствовал на открытии праздника, открывая международные игры, выразил радость и поприветствовал всех прибывших участников Международного фестиваля искусств. Официальная Астана получила возможность проведения данных игр в 2006 году. Тогда в соревнованиях участвовали представители из 10 стран, а победители были объявлены в 12 номинациях. Карагандинскую область на фестивале представляют художники Кюиши. В играх, которые будут проходить в столице до 29 сентября, примут участие более 600 конкурсантов из 16 стран мира. Кстати, в числе почетных гостей и жюри будут присутствовать ректоры и профессоры всемирно известных университетов искусств и консерваторий, оперные певцы театра «Ла Скала», а сами участники уже были задействованы во других известных международных конкурсах. Дельфийские игры – единственные в мире соревнования, зародившиеся еще в Древней Греции и объединяющие на сегодня все виды искусств, от классических до современных жанров. Надеемся, наши земляки покажут высокие результаты.